Лекция 43. Про жаль их. Когда встречаешь нового человека, то самое важное – это то, чему можно у этого человека научиться. Но потом уже нравится, не нравится, использовать, помочь. Потому что человек может потеряться, уехать, измениться, умереть. А то, что в нем было, и ты смог узнать, останется с тобой. Я еще не встречал ни одного человека, у которого не было того, чему можно было бы у него научиться. Другое дело, хотел ли я, мог ли. Зачастую полагал, что уже знаю больше, чем кто-то другой. Но благо, что редко. Вы знаете, когда тебе говорят: ты что, самый умный, да? Да, с такими людьми я самый умный. На самом деле самый умный. Потому что если мне у них нечему учиться, то это и значит, что я умнее их. Конечно, в этой конкретной сфере деятельности, области знаний, теме или сюжете, даже в другой день или час я уже могу не быть умнее их, а наоборот. Потому что я всегда думал, что мне не хватает знаний. Вот еще немножко, вот еще об этом. Нет, не для того, чтобы сказать, что я самый умный. Нет, для того, чтобы лучше понимать то, что происходит. Полнее все осознавать, шире на все глядеть. Другим так не везет по жизни. Ну, я так считаю. Практически с детства они думают, что уже знают и умеют все лучше других, больше. Жаль их. Они многое теряют. Возможности, которые приносят в виде знаний, опыта и умений другие люди, они бесценны. Даже в книжках, фильмах и тому подобное. Все это уже переваренное, а вот у живых людей это настоящее. Бери и пользуйся. Нужно лишь заставить себя.